И всем привет, всем привет, мы продолжаем играть Warpass, да. Конечно, у нас первые скидки игры. Я был в отъезде. Да, в отъезде, ребят. Дел было целую кучу. Вернулся. Готов снимать снова. Даже только подзабыл, как можно компьютер снимать. Ну, вспомнил. Вспомнил, самое главное, ребят, вспомнил, как снимать. Warpass, да. Завтра у нас, ребят, будет две игры компьютерных. Это будет Трансформер и еще одна игра. Будет, как по идее, новенькая для нас. Что у нас, кстати? Я уже забыл, что у нас тут. Так, у нас тут... Хоп, Гоблин Шаман. Вот, новый, ребят. Давно уже не играл, сейчас, правда, ребят. Я был в отъезде. Я уже говорил, что не будет неделю целую. Даже больше. Давайте возьмем то, что мы сюда брали. Смотрите, тут есть малоходник. Давайте возьмем. Шок игрок говорил, что смола тоже нормально. Значит, смолу что ли возьмем? Или подождите. Блин, да. Ладно, давайте шипы возьмем. А сука алхимика точно возьмем. Потому что классная вещь, мне она нравится. А вот это нравится, видишь, тут тоже. А что, ну вообще-то взять-то? Сложно все, ребята, уже забыл, как играть. Меч давайте возьмем. А еще что? Еще, да? Да не знаю, что еще взять-то можно. Давайте возьмем поезд метра, что ли. Хоть и тут нечего тут делать. Ну, испробуем его. Вот здесь. Может, он будет хотя бы отталкивать нормально. Кстати, ребят, я сразу расскажу вам то, что компьютерных игр летом будет очень мало. Прям очень редко будет выходить. Может, даже вообще не выйдет лет компьютерных игр, потому что я уезжаю, я на каникулах уезжаю, ребят, и компьютер-то я не могу с собой взять целиком. Так что никак. И летом, походу, не будет вообще их. Но редко, наверное, должно выходить. Но летом точно должно быть. Редко очень, очень редко. Давайте возьмем здание, кстати, новая штука. А, надо выстрел в голову, кстати. Давайте это возьмем. Сражайся смело, маг. Хорошо, буду сражаться смело. Возьмем чё? А, вот же три двери, там и там. Давайте здесь поставим тогда. Пусть они защищают тут, а. Надеюсь, мне показалось. Кого нужно убить? А здесь я буду сам защищать. Что, ребят, погнали, но он не играл уже. Сейчас вспомним все наши... Что все наши? Наш опыт есть. Да, но я немножко уже рискнул. Так. Лучше я тут не буду, давайте я буду здесь ставить, а там буду я просто защищать. Так будет, наверное, получше. Так будем делать. Она идут. Так, и трех шаманов мы убили. Шло три шамана. Да и скуили сразу. Это будет весело. Так. Они двух бежит. Тихо. Так, кыш отсюда, шаман. Это ты шаман? А, он их восстанавливает здесь, да. Я как хромат просто скрыл, да? Так, все, мы победили, давайте себя будем прокачивать. Чё нам тут? Убийство мне дает больше маний, кстати, это классная штука будет. А потом получается возможно... О, вот это вообще классно. Все. Пока ничего не будем качивать. Вообще ничего не будем. Я прям очень быстро все, ребят, делаю. Надо помедленнее. Не будем быстро проходить игру, вот все быстренько пройдем игру и все. Там осталось всего лишь там еще, ребят, 6 уровней. Это 3 серии. Ну это дополнение там еще будет проходить. Там, наверное, на 2 серии затянется, все. А, там идут, окей. Там.
даем. Да, кстати, бог дает мне. Так, что там здесь стоять? Уже пора. Уже пора, ребята. Уже наступает даже и тут. Ну, портал атакующий, это вообще класс. Чтоб портал такого, где вы, ребята, такое видели. Я готов. Так, кажется, будет так делать. Наши потом убили? Убили. А, точно же, у нас волки-то не атакуют. Я уже забыл, что у нас волки-то не атакуют. Давайте еще одно здесь поставим поближе. Там со всей стороны здесь тут окей. Ладно, ладно. Так, быстренько идем. Делаем вот так вот. Делаю еще раз вот этот. Так. О, кстати, ребята, вообще классно работает, да? А, чё, когда сражники рядом, взрыв становится. Ну, нормально. Убийство ловушками приносит игроку 5% маны. Иногда и мертвые орки возражаются. Классно, классно. Но это я не буду. Это бесполезно. Это очень бесполезная штука. А, нас вот, вспомнил, перчатку надо было взять. Тут у нас новая отделка. Забыл. Бывает, ребят. Это для ваших мордаш. Так, а вот это уже что-то не так. Я буду играть по-настоящему. Я не знаю, где быстрее. Так, там всех убили. Вообще класс. Очень, очень хорошо. О, восстановиться. И просто 3D. За нас играет. О, класс. Класс. Класс, класс, класс. Класс, ребята. И еще раз класс. Давайте еще здесь по рыцарю поставим. Это еще не финал. Пусть когда даже так будет. Так, убиваем. Тихо. Слышь. Кыш. Кыш, кыш, кыш. Кыш. Всё. Замечательно, замечательно, ребята. Играем пока что. Все нормально. Поставил и забыл. Паш, проходим. А что здесь ставить уже тоже? Там будет тогда использовать наши баночки, которые убираются тоже. Значит, которые хорошо работают, баночки у нас. А надо здесь уже... Пусть обливается. Все поливается там. И идем обратно туда. А, все. И, конечно, порезать. Так. Что он здесь-то? Ну, это бесполезно. Даже наш шука игра скажет, что это бесполезная штука. Не, но может быть она где-то пригодится, но она бесполезна. Я буду стоять рядом, что она меня будет лечить. У меня есть будь перчатка, осторожен. Я могу себя лечить. Нафиг она мне нужна. Давайте здесь тогда лучик уже начинать ставить. Позащищаю. По 3 штуки здесь. Есть 3. Ну и чё? Ну здесь давайте поставим. Что вы увидите. Ну и тут давайте поставим. Да, со всех сторон, да. Это волки. А пошло нормально. Так, хватит меня восстановиться. Подходят новые враги! Я убит! Так, все плохо.
Так, тут что у нас? Все, прошли, ребят. Фу. Я что-то даже забыл про огров вообще, потому что они вообще не шли. Они в конце пошли, я уже забыл про них вообще. И мне просто из головы вылетели они. Ладно, мы прошли, кстати, ребят. А, статистика. Кстати, смотрите, давай посмотрим. А, 4 черепа, это если я потратил 0 порталов, да? Того я получаю 5. Это еще за время. А, за время она еще проходит, смотрите. Я думаю, это... Смотрите, я думаю, это когда портал ты теряешь, там сколько у тебя остается, если там меньше. Ну, 1, 2, 3, 4, 5, это все. Это, можно сказать, 0 черепов. Оказывается, за время, тогда если время пройдет, и у тебя будет один череп, то ты получишь все равно один череп, да? Ладно. А, купить улучшение, да, посмотрим, что улучшение, ну, честно, я ничего не покупаю, не буду пока что, пока что-то нормально не появится. А вот это, кстати, уже что-то новенькое. Кольцо молнии. Так, смотрите, она бьет. А, кстати, она бьет прям вместе все. Понятно, понятно. И молнию вызывает. Ну, подожди, ну, можно сказать, что классно, да. Давайте я все попробую. Я попробую использовать это кольцо. Мне кажется, она классная штука. Может, она не врет? А, книга из... Остальные маги и правда погибли? Один не сможет сдерживать нашествие бесконечности. Последний огр, да? Но вы последний огр. Шок игрока сказала, что обычный огр, да? Огненный, ледяной и с броней. Это последний ледяной? Да, Шок игрок, это ваш последний ледяной? А то вдруг сейчас ты мне там еще скажешь, там еще один есть огр. Я надеюсь, что это последний. Это самый мощный, да? Тяжело убить, не воспримите холоду, чуть не сказал. Холоду. Стоит 5 портальных очков. 5 портальных? А с броней 10 стоил. Странно. Ладно, на ассасин, смотрите. Шипы давайте я буду забирать. Поставлю вот эту штуку некоторые. Вот это обязательно. А, ледяного молния все равно возьму. Ну, бесполезный. Просвет огня бесполезен. А, рыцари, конечно же, конечно, рыцари, чё, без рыцаря никуда. А, меч, банки, конечно, банки это мощь и вещь. Чё ещё тоже здесь? Давайте возьмем. Ну вот. Как сказать, знание мне понравилось. Вот это хранительница знаний мне понравилось, она воскрешает, понимаете? Я бег себе улучшаю, быстро в голову больше дает, заклинаний мне 100% монет больше дает. Это вообще... Вот это бесполезно. Вот это все класс. Здесь что бесполезное? А, здесь, ну, так это вкачивать. Вот это класс вещи. Силочка взяется. Вот это тоже класс. Вот это тоже класс. Вот это... Вот все вот здесь класс. Я не знаю, что это. Орки, битые ложки, стражи, привязанные. А, кстати. Не, это тоже класс. Это, вот это все класс. Здесь что мне не нравится? Вот это бесполезно. Я ей не пользуюсь. А, вот это класс. Вот это все класс, кроме вот этого. Короче, стали самые это класс. Вот это самое лучшее. Ну, здесь я тоже класс. Давайте вот это возьмем. Знание силы. Сколько я уже рассказал, класс. Классно. А, сразу прокачаем вот эти штуки. Это поможет тебе? Конечно, мне поможет все это. А, что у нас тут? Я так не посмотрел, а что у нас тут? А, так, у нас летающий тут. И опять ты, блин. Ладно. А у нас вот это есть. О-о-о. Да подождите, они тогда вообще не пройдут. И тут пригодится один. И лыжник можно здесь поставить. Вот здесь два. По двум. А если тут летающий... А, вот, да, показывают линии. А, они там, подождите, балконы. А, вот отсюда они еще летят. И вот отсюда они прилетают, попадают, да. Да, они дальше летят вот сюда. Окей, значит, здесь еще по три лучика поставим мы. А, здесь еще два и все. А потом начну ловушки ставить. Начинаем. Арбалет. Который я сказал бесполезный. Когда я первый раз его испробовал.
А он оказался такой же бесполезный. Огров он просто так хорошо убивает. Жалко, семечки щелкает. Раз, два, две пульки, огры нету. Хотя мы сформим молнию нашу. О, а вот так вот. Не, молнии бесполезны. Молнии бесполезны. Ну я имею в виду, когда молнию призываю. Вот это когда стреляешь, она очень классно работает. Когда вот эту молнию призываешь, она бесполезна. Убьет, бьет, и чё такого? Сколько она там? Троих убила, я с выстрела... Она почти всю ману потратила, я... Меньше потратил, сколько там, 4 раза стреляю и все. Нет, молнии классно, давайте посмотрим. 4 даже убивать, понял? А ман тратить... Напить, напить. Да молния-то есть. Ты чё? Ой, мелкие-то бегут. И мелкие, смотрите, как он бывает. Так, тихо, закончилось ману. Класс. Вообще просто она очень хорошо работает. Молния мне нравится. Я точно 100% буду ее юзать. Да, здесь 3. Блин, еще 2 это, блин, куда я падаю-то? Быстрее, быстрее, быстрее. Молния... О, подожди. Ой, там шаман идет, значит, она убьет сначала моего. Раз. 2. 3. Блин, а что он жирный-то? Нет. Мне кажется, да, он мощный. Мне кажется, да, это слишком мощный. А там что-то ребята разговаривают, что-то не услышал. Как я люстру-то уронил. И так пуля меня вот так влетела, когда начал стрелять, вот поверь, полетел туда. Ладно. Кстати, 12 у нас... блин, 12 волн. Не, ну это... Да, по 2 уровня проходили в видео. Это сказать, в день. Но в день я не буду же проходить игру. Я же другие надо снимать. Вот, чё-то трансформер. Ну, закончить её. Мне же сами, например, просто нравится играть. Просто... Первая, вторая хороша была. Третья. Что-то умудрились третья часть игры. Лучше бы закончить второй. Или просто продолжить метро. Нет, туда-сюда пойти. Класс. Офигенно, я попал. Так, я готов. Кстати, ребята, вы заметили, что бага просто... После... Больше нет этого бага, когда они ездили. А то просто, когда мы ребята играли... Орки на землю катали. Что за баг был? А еще у нас это. Вот в тот раз один улетел. Никуда не понять. Я его убил, он взял, просто взлетел. Теперь так и дергался. Кстати, а молния-то правда хороша-то? Меня только сейчас хотели сзади ударить, а молния, она, подумай, этим ударила, и еще сзади меня ударила. Ворка, я имею в виду. Не, подожди, это имба. Это имба. Он не слишком жёлт. Слишком хороша. Чуть не читерская же даже.
здесь дать еще поставим. Вот тут я не буду стоять, потому что они все равно где-то вот тут ходят. Вот так. Сюда они не попадают никак. Ну сейчас, сейчас будем серую, ребят, ставить уже. Уже пора серую. О, опять оборудина, окей. Ну, простенький. Не, ну, он не он простенький, и сразу не простенький, потому что он очень долго убивается. 4 снаряда надо выстрелить в него, чтобы попасть. Ой, убить, попасть. Попасть я попаду, но убить я его не убью. Чё, сколько там много делать-то? Очень много. Интересно, а будет еще новый? Вот, я вижу, новый будет. Или это последний будет огр и все, и не будет новых. Мне кажется, будет еще. Вряд ли, что будет все время одинаковое. Так, убил. Кстати, че это? Печально. Так, стоп. Иди в жопу с этим восстановлением. Ляд. Летний ляд. Три. Чё тут происходит? Долго идешь. Сейчас за счет этого прокачать два. Сколько? 1400. Вот, вот, ребята, видите это? Вот монеты. На карте посмотрите, видите? Монеты есть, но их нет. Что это за баг? Баг, просто баги. Может, это правда? Как много багов. Очень много. Слишком много. Эх. Может, эта игра старая? Можно простить. За эти баги. Потому что в старые игры у багов полно было. Играть очень просто, возможно, будет. Ну, только с монетами проблема. Ну, так все важно. Так, все, норм. Так, умри. А, монетка собираем где? Я потерял кнопку. Все. Да, бесполезно, не буду. Будь осторожен. Так, пора серу ставить. Все. Остается, ребят, три волны еще пройти, это уже сейчас третья, потом вторая и последняя, и заканчиваем. Жалко, жалко. Ну, придется, потому что я не хочу часовое видео, чтобы... У меня был... Нет, у меня не было вообще ни одного часового видео. Почти было. Одно видео почти добралось для часового. А так у меня их не было вообще. Убили. Как это пробрались? Так хорошо. А сейчас серый, что не стало? Мы... Блин, я хрен поставил. Ва! О! О! Целых два родилось. Мои сыновья, можно сказать. Так, 11-я волна. Тут ХП кстати стоит. Не, здесь бабки бесполезны. Тут надо просто дальний стрелять. Да, и выстрелить. Так, чё я полетел?
я хочу нажать. Кто быстрее всадил дело? И чего вы всех меня убили? Я опять подавился. Так, что, продолжаем. Пошел в жопу. Блин. Блин, что нам тут много. Видишь, как много. Еще что на этот путь идет. Нет, ну что мы дурачки, потому что... Вот дурачки. Знаете, как они вместе все ходят? Я же нарубали там тупо вам убить. Двумя патронами. Ой, с одной патроном. С одним патроном. Так, как он дела входит нас сверху? Дела сверху вообще, ребята, отлично. Да и тут все замечательно. Все. Прошли, ребята. Да, изи, прям. Ох, как я устал, если честно, ребят. Давно не снимал видео на компьютере, я его стал. Так, ну что, о, блин, да? Упал, ребят. Штур упал. Надо сейчас его достать обратно. Я достал. А, вот жалко, что это... Арбалет, там, меч нельзя прокачать. Только именно ловушки. Да, посмотрим, как ловушку надо тут. Кстати, автобаллисты. Что игра, как? Автобаллист нормальная штука? Просто я не знаю. Вот я вот не знаю. Вот как раз напиши мне, в следующей серии я проверю. Нормальная ли она или фиговая все-таки она. Так. 13 волн. Не, точно заканчиваем. Че у нас тут? Ага. Повторы. Повторки, да? Повторюшки. 1000 стоит, ёлка. Как стражник, ё-моё. Ого, вообще класс. 1000. Не, ну ты сразу посоветуй мне, шок игра. Сум, пока что я не знаю, очень надо за сум. Почему ты не хочешь уяснить мой урок? О, старик так все время говорил. Потом поговорите, потом мы послушаем сюжет. А со мной надо заканчивать. Видосик такой получился, наверное, скучный. Потому что если бы он болтал... Вообще-то это хорошо, что я болтал много, потому что я в некоторых видео вообще сижу, почти молчу, не болтаю. Сейчас я прям разговорчивый, ребята, это прям... Пол сил. Давно не снимал компьютерные игры, и пол сил прям снимать и разговаривать с вами. Вообще я сижу сам с собой, в пиде разговариваю. Ну, ничего страшного. Все так делают. А самое время заканчивать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И увидимся в следующей серии. Завтра не буду торг, знаете, сразу говорю. Всем пока.